Как же достал этот жук? Что только не делаешь, ничего не помогает. 5 раз уже травили, а он есть и есть. Проще и дешевле было бы картофель купить. Часто такие слова можно услышать от домохозяек. И вправду, препаратов много, подделок тоже. И кто знает, как купить нормальный и не вредит ли он плодам. Не скажется ли такая обработка на вашем здоровье? Сейчас поговорим об этом. Одни люди уверены, что только химические препараты помогут уничтожить вредителей. Другие стойко придерживаются народных способов, которые давно проверены и продолжают доказывать свою эффективность. Горчица – это прекрасный и бюджетный репеллент. Особенно горчицу не любят только что вылупившиеся жуки и личинки. Разведите 100 грамм сухой горчицы в 1 литре воды. Добавьте немного хозяйственного мыла. Хорошо размешайте и опрыскайте кусты. Также есть другой рецепт. 10 литрам воды всыпаем 100 грамм сухой горчицы и добавляем 100 миллилитров 9% уксуса. Перемешиваем и обрабатываем кусты. Также можно высадить горчицу между рядами картофеля. Когда она зацветет, скосить и разбросать под кусты. Такой способ защитит не только от жука, но и от проволочника. Древесная зола. Рекомендуется листья обсыпать древесной золой после дождя или с утра во время росы. Даже при однократном опылении из расчета 10 кг золы на 1 сотку, как правило, жуки и личинки погибают через несколько дней. Чеснок или лук. Для приготовления средства можно использовать шелуху либо целые растения. Готовить по такому рецепту. В 10 литров воды добавляем 200 грамм луковой шелухи и 200 грамм растертых головок чеснока. Кипятим на медленном огне 2 часа. Процеживаем отвар, добавляем 30 грамм хозяйственного мыла и воды, чтобы получилось 10 литров. Второй вариант. Берем 3-литровую банку, на треть заполняем луковой шелухой и доливаем до краев теплой воды. Ставим в темное место на 2 суток. Процеживаем, напополам разбавляем водой и добавляем 10 грамм жидкого мыла. Готово. Третий вариант. В ведро кипятка высыпаем 500 грамм шелухи и настаиваем 2 дня. Процеживаем, добавляем 30 грамм жидкого мыла и обрабатываем. Можжевельник. Заливаем несколько веточек можжевельника 10 литрами воды. Даем настояться 3-4 часа и процеживаем. Этим средством также можно обрабатывать помидоры и баклажаны. Чистотел. Избавит картофель минимум на 2 недели от жука, так как его сок уничтожает и жуков, и личинки. Использовать чистотил следует либо в качестве мочи, либо в качестве отвара. В первом случае сорванные растения нужно разложить под каждым кустом картофеля. Когда растения высохнут, необходимо заменить их свежими, не допуская перепревания. Чтобы приготовить раствор, необходимо насобирать ведро свежих или сухих стеблей, уплотнить и залить водой. Прокипятить в течение 15 минут, охладить и процедить. Для обработки на ведро воды добавляем 0,5 литра смеси и опрыскиваем картофель. Полынь. В ведро высыпаем 1 стакан листьев полыни и 1 стакан золы. Заливаем горячей водой, перемешиваем и даем настояться несколько часов. Жидкость процеживаем и добавляем 1 столовую ложку хозяйственного мыла. Опилки. Их необходимо использовать, посыпая междурядье. Как только картофель даст всходы,
необходимо 2-3 раза в месяц мульчировать почву свежими березовыми или сосновыми опилками, а после цветения процедуру повторять раз в месяц. Надеюсь, что наши советы помогут вам избавиться и от колорадского жука, и от химии. Если видео было полезным, поставьте лайк и напишите комментарий. Еще не подписаны на канал? Подпишитесь и нажмите колокольчик. Спасибо за просмотр. Желаю вам поменьше колорадского жука. Пока!